Всем привет! С вами Пенни Прец. И я хочу напомнить, что у меня на канале сейчас проходит очередной воскресный розыгрыш, который состоится 7 марта, то есть в это воскресенье. И все, что вам нужно сделать, это быть подписанным на мой канал от одной недели, поставить лайк вот этому видео и под видео написать комментарий минимум из 5 слов. А в воскресенье присутствовать на стриме и просто забрать свой скинчик. Ну а сейчас я буду открывать кейсики. И знаете, ребята, у меня, короче, какая проблема. Я ни хрена не могу придумать, что же мне на 8 марта сделать. Что же мне сделать на 8 марта? Может, накидаете каких-то идей в комментарии, буду за это благодарен. Вот. Сейчас я открою бесплатный второй, он доступен. Посмотрим, что с него выпадет. Ну, это скин, потому что балик не пополнился. И это дальний свет. Дальний свет. Я сейчас покажу, какой вчера мне скин с первого выпал. Кстати, вот это вот вчера мне выпало с первого бесплатного кейса. Я малость даже прибалдел, потому что я не ожидал, что с первого кейса настолько дорогие скинчики могут падать. Вот. Так, что делаем? Пройдемся по амонгам. Сегодня я, короче, просто 4 сотки с промокодом закинул. Там по амонгам пройдемся, посмотрим. Что? Это серьезно? Не-не-не, зеленый мы больше не открываем. С зеленым мы больше не дружим. Это просто какой-то фиговин, аристократ. Ну, как бы розовый ты тоже. Розовый ты тоже, как бы, не это, не очень. Желтый вообще ты говнил в последнее время. Лапки, да? Ну, ладно. Ну, желтый, тебе еще прощения просить очень долго. Тебе прям нереально долго нужно будет просить прощения за все свои выходки. Красный. Чутка. Еле-еле, короче, красный ты окупился. Ты в курсе, красный, что ты еле-еле окупился? 60 рублей, да? 59. Охереть. Ах, что-то... Ас не прям. Так, а что у нас по контрактам? Что можно закинуть? Ну, давай вот этих 3 закинем, посмотрим, что даст. Может, надо не Хэ рисовать, а может, какой-нибудь другой надо рисовать. 53. Ну, а сколько было? 99 было, 53. Затерянная земля. Мне, по-моему, про коллаж Затерянная земля говорили, но он вроде дороже был. Непонятно, что за херня, да? Что можно еще пооткрывать? Что можно пооткрывать еще? Так, давай мы откроем. Черт его знает, что бы открыть, да? Ну, давай Одина откроем. 3 разочка откроем, посмотрим, что выпадет. Призрачный фантик. А, фанатик, ёпать. Там еле-еле, короче, окупил, да? Красный камень. Тоже такой еле-еле окупил. Ну, тут как бы подороже был, этот дешевле, а ястреб. Ну, а ты не окупил, да, так, а насколько мы у нас всего? 398. Не, ну, в принципе, пока что мы как бы плюсанутые. Мы пока что плюсанутые, да. Сейчас мы тогда, знаешь, что? Мы сейчас Сильверидзу. Так, давай, 3 разочка. Нет, до Сатены, короче, Сильверидзу откроем. Еще 2 раза, короче, можно открыть. Сильверидзе. Карпкой. Ничего себе. Ничего себе ты, Карпкой. Это 6, 5. А, ну что-то скинчики просели. Просели, он обычно по 6 рублей был, а тут 5 стоит. И грунтоха. Ну что, мы также будем страдать апгрейдами. Будем страдать апгрейдами. Или, короче, они нами будут страдать. В общем, посмотрим. Пытаемся сатен поймать. И смотрим, что из этого получится. Так, это балабуля. Балабасик. Балабасик. Ну, давай. 5% у меня заходили апгрейды, поэтому все возможно. Все возможно. Но пока что Кейс Баттл думает по-другому. Он говорит, не сегодня. Не сегодня, не сейчас. Не хочу, да? Не хочу. А вот за это, на этот захочешь?
Как тебе ястребок? Ну, как тебе ястреб? Ястреб на пульс, давай мы махнемся. Не захотел, да? Не захотел. Лады, ставочки растут. Давай 350. Смотрим. Так, что мы выберем? А, механа пушка. Ну, давай тебя возьмем. Что нам? Что нам? Давай. Что ты пишешь? Ошибка. Цена. Что, цена изменилась? Цена изменилась. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. До 400 рублей. А все. Теперь нормально все. Теперь ничего не изменилось, да? А теперь ничего не изменилось, говорит. Ух, жулик хотел меня обмануть. Обмануть хотел. Обмануть меня хотел. Так, все, ладно. Я тебя понял. Ладно, сейчас мы делаем еще один на 500. На 500 делаем. Смотрим, да, что мы тут. Вок, шмок. Давай вот атомный сплав попробуем. Давай. Попробуем затерянную землю на атомный сплав обменять. Ну, это хер. Как бы за 50%. Ладно, я тебя понял, я тебя понял, я тебя услышал. Я тебя понял, я тебя услышал. Есть 111 рублей. Мы можем на 111 рублей открыть. Открыть. Так, мы можем открыть. Так, мы можем открыть, тогда давай мы розовый откроем, давай розовый, потому что он как бы, он более-менее исправно что-то давал сочное, но не в этот раз, да, не в этот раз, ситмит было бы посочнее, ситмит было бы посочнее там, да, вот, на этом мы открываем все, элиту, давай быстро откроем, быстро, чтобы не тянуть кота за яйца, а, 9, что сильно быстро мы открыли. И снова апгрейды, снова апгрейды. Снова апгрейды. Пытаемся. А, нет, вот пульс. Пытаемся запульсить. Ну, тут... Ну, как бы за 50 улетает процентов и все. Хоть ты усрись. Хоть ты усрись, улетает и все. А вот здесь... Ну, тут как бы тоже около 10 остановилось, то здесь... То есть, потому что вот 8,49, тут где-то процентов 20 было. Где-то процентов 18... А, чё? Процентов 18, поэтому тут ловить нечего. Так, понятно, понятно. Давай. Нет, давай, 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 давай. Могилка. Неглубокая. Давай. Смотрим. Так, сверху. Где-то вот здесь, да? Хорошо. Ну чё, отдашь 4 сотки мне? А? Отдашь? Ну, давай сказку вот такую вот. Ну, не жмись. Не жмись, кейс батл. Я знаю, что ты можешь. Ты можешь, ты можешь. Можешь же, сука. Не хочешь. Ну, как вчера, да? То есть ты сейчас выкобениваешься, типа... Не хочешь мне дешевое отдавать, хочешь подороже. Так, Сайрекс нет. Нет, что, на охоте? Что бы? А вот, СГ-ха Сайрекс есть. Давай. Ну, снова здесь, да? Ладно, я тебя услышал. Давай, 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 давай. Не жмись. Не жмись. Ну и лапоньки я заберу, лапоньки заберу, а это заходит. Без вазелина прям. Это было, ребята, очень жестко, без вазелина, но мы это сделали. Мы молодцы, кто молодец? Я молодец. Ну чё, есть один кейс, Сильвер. Парни, без вазелина вообще даже не пробуйте, короче. Это как жестко прям. Прям так жестко. Ну, давай, короче, знаешь, что мы? На полтинник. Ого, вот это полтинник. Вот это полтинник, да? Эмбарго. Мне нужны такие скинчики, чтобы я это... Я же вам сказал, что я буду по субботам теперь разыгрывать, да? Ну все.
пока-пока. Ну чё, ладно, 773 как бы окупили свой деп на 3 соточки, да, то есть как бы дальше смысла идти нету, потому что он подслёвывает, сливает. Так, а где ты тот, который я тебя хочу еще вывести? Где? А, вот он, все. Это я вывожу. В общем, ну, считаю, в принципе, покрутили нормально. В общем, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И, конечно же, принимайте участие в воскресном розыгрыше. Ну, а завтра я объявлю, что у нас будет разыграно в четверг. Всем пока и до новых встреч.